Весенний призыв этого года отправится служить в армию около 200 славянских ребят. По уже сложившейся традиции для новобранцев была проведена районная акция «День призывника». Организаторами мероприятия выступило Управление по делам молодежи Славянского района совместно с Центром патриотического воспитания молодежи имени Героя России генерал-полковника Геннадия Трошева. День призывника для будущих защитников Родины стал настоящим праздником. Совсем скоро молодые люди отправятся в армию. И чтобы подготовить их к этому важному событию, для них была подготовлена торжественная программа. Почетные гости, присутствовавшие на празднике, сказали ребятам много напутственных слов. Главный смысл пожеланий – с честью выполнить свой воинский долг. Дорогие ребята, у вас начинается новый этап вашей жизни. Вам исполнилось не только 18 лет, вы становитесь защитниками нашей Родины. Этот путь прошел каждый мужчина, этот путь прошли ваши отцы, деды, прадеды. Кубань всегда была достойным регионом, и наши призывники, наши мужчины всегда достойно несли службу в рядах вооруженных сил. Я уверен, что вы точно так же достойно отдадите долг своей Родины, придете возмужавшими, повзрослевшими. Ну и самое главное, помните, откуда вы. Не забывайте писать родителям. Добрый путь, ребят. С напутственными словами к призывникам также обратились председатель районного совета ветеранов Вячеслав Салмин, священник отец Георгий, который благословил ребят на служение Родине, и начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Славянского района Сергей Дьяченко. Значимый день сегодня. Ребята, которые прошли определенную подготовку, многие прошли подготовку в автошколе, получили специальность водителя категории С, готовятся к отправке в вооруженные силы. В этих ребятах я уверен. Мое пожелание, ребята, главное, живыми, здоровыми вернуться через год в родные пенаты. Удачной дороги вам. Поздравляю. Чтобы служба в армии началась с хороших впечатлений, призывникам вручили памятные подарки. Ярким исполнением известных песен поздравила ребят вокальная группа «Комплимент». Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».